Всех приветствую, кто зашел на мой канал «Товары с Китая». У нас сегодня будет новая распаковка и первое знакомство с этим планшетом. Планшет от фирмы Blackview Tab 8. Сегодня получил на почте. Посылка шла 24 дня почтой Сингапура. И давайте смотреть, что нам здесь приехало. Так. Распаковываем. Вот так. А здесь сам планшет. Он в пленке полностью запакован. Tab 8 4G планшет. Отлично. Его до меня еще никто не вскрывал. Здесь краткие характеристики на коробке. 10-й Android. 10,1 дюйм диагональ дисплея Full HD+, 6580 мАч батарея, 8-ядерный процессор SC9863A, камера, задняя камера на 13 мегапикселей и фронтальная на 5, 4,64 по памяти. Ну что, мне уже нравится, давайте будем распаковывать. И открываем. Ух ты! Отлично! Смотрите, продавец положил сразу защитный чехол. Вот это Blackview молодцы! Молодцы! Все бы так сразу с чехлом отправляли планшеты. Характеристики у нас все, что я уже вам назвал. Ну и вот, что у нас идет в коробке. Ух ты, фирменный блок зарядный. Так, 5 вольт, 2 ампера. Отлично. Кабель USB Type-C. Отлично. В комплекте идет гарнитура, ребята. Хоть и дешевая, но это плюс. А также OTG кабель на Type-C. Супер. Ну и инструкция, юзер-мануал, да, на английском языке, а также идет иголка, и что еще у нас здесь, и все. Вот такой богатый комплект. Ну и мне сразу хочется озвучить цену этого планшета, $159, и можно также заказать в комплекте с клавиатурой. Если выбрать клавиатуру, это будет стоить $199. Есть в сером, в стальном цвете, а есть в золотом. Это можно выбрать. Ссылку, где можно купить, конечно, оставлю под видео. Я уже извлек наш планшет из чехла. Вот такой вот он. Из металла задняя крышка выполнена. Здесь стереодинамики. Магнитный коннектор с клавиатурой. Так, с правой стороны у нас так, имеем Type-C порт. Также это качели громкости, микрофон и кнопка включения. Так, а здесь у нас по торцу 3,5 мм аудиоразъем. И слот. Давайте проверим наш слот. Как видите, друзья, здесь у нас гибридный слот, либо две наносимки, либо наносим-карта и карта памяти до 128 гигабайт. Это отлично. Ну и как видите, основная камера на 13 мегапикселей слегка выступает из корпуса и вспышка. Спереди у нас фронтальная камера, глазок на 5 мегапикселей. И давайте снимем транспортировочную пленку. Так. Здесь я вижу, у нас наклеена еще одна пленка. Да, это не критично. Blackview молодцы. Я сделал первое включение. Как видите, наш планшет загружается. Здесь мультиязычная прошивка. Так, вначале выбираем язык. Так, язык выбираем русский. Начать.
Да, сейчас я проведу настройки, и мы продолжим наше знакомство. Вот я уже и закончил первичные настройки. Вот такой синий рабочий стол нас встречает. Шторка задач. Вот, есть Bluetooth, режим «Не беспокоить», фонарик, автоповорот, ночной режим, режим полета, геолокация, есть темная тема, оттенки серого и точка доступа. А также есть режим умной экономики и скрин капчи. Вот такие вот основные задачи. И все приложения, которые на этом планшете, они перед вами. Начинает обновляться система и приходят некоторые уведомления. Да, уже пришло на Gmail уведомление. Так, у нас все Google сервисы из коробки, Play Market. Все здесь работает, друзья. По умолчанию установлены жесты. Давайте зайдем в настройки и посмотрим настройки экрана. Так, экран, яркость 82%, цвета и контрастность. Тут автоматическая контрастность выбрана. Обои, можно включить темную тему, автоповорот экрана, размер шрифта. Все здесь устанавливается вручную. Звук. Давайте послушаем звук рингтона. Ну, вот этот. Ну, звонок не пропустите, это точно. Громкость здесь на высоте, друзья. Мне нравится по громкости. Так, давайте посмотрим о планшете. У нас название устройства Tab 8, 64 гигабайта встроенной памяти, 4 гигабайта оперативной, разрешение экрана 1920 на 1200 точек, это Full HD+, камера 13 мегапикселей основная и 5 мегапикселей фронталка. Давайте посмотрим, какая здесь 10-я версия Android. Да, друзья, здесь 10-й Android. Отлично. Отлично. Пишите в своих комментариях, что думаете об этом планшете. Ну что ж, давайте также зайдем в интерфейс камеры и посмотрим, что у нас здесь за камера. Да, в планшете видно меня как в зеркале. Так, настройки фото, размер изображения сразу выберем 16:9. Ну, выберем вот это. Ну и давайте сделаем какой-то тестовый снимок. Так, я положил монету в 2 лари и делаем снимок. Угу. А теперь давайте фронтальное посмотрим фото и сделаю снимок себя. Ну вот как-то так, друзья. Как-то так. Дождитесь, пожалуйста, полного обзора на этот планшет. Я хочу протестировать его и сделать на него полный обзор. Ну а пока у меня все. С вами был Вячеслав, канал «Товар из Китая». Пишите свои комментарии, что думаете, купили бы вы себе подобный девайс. Всем пока, до новых встреч!